Россия? Yep. Окей. Сегодня 1 число, 1 января. Мы двинули из Мерисы в Удалалово. Мы все-таки поехали в Туктуке. И остановились случайно, когда проезжали маленькую деревушку. И видимо, здесь как праздник, у нас тут какой-то гостиль мороженым. Просто там. Удалавали. Да, на тук-туке это стоило 5000 рупий, не путайте с рублями. Вот, ехали мы 3,5 где-то часа, дорога была мега живописная. Да, сложновато добраться общественным транспортом, но налегке, в принципе, можно сделать пару пересадок и доехать. Но у нас было много багажа, поэтому мы решили все-таки поехать на тук-туке. И уже на подъезде сюда к отелю мы уже встретили двух слонов, еще в диких условиях тоже один слон, ну то есть уже предвкушение переполняет. Да, мы же приехали сюда, собственно, завтра на сафари. И сняли отель буквально на одни сутки, и в нем уже включен завтрак, ужин и сам джип сафари, не включено только вход в сами джунгли. Увидимся тогда уже завтра на сафари. Три ребят, сейчас 5 часов утра, мы уже в своем джипе стоим на очереди в национальный парк. Въезд, именно билет в сам парк стоит 3500 рублей с человека. И мы уже встали в пробочку на въезд. Ждем. О боже мой, ты так близко, ты такой настоящий. О май гад. О. У него такие глаза потрясающие. Вау. Ира. Я в шоке. Я просто что-то, я не знаю, я не думала, что такие эмоции это вызывает. Это просто что-то нереальное. Он просто вот здесь, так близко. Скажи что-нибудь. Мне кажется, когда что-то такое происходит, и просто в шоке, и не знаю, что сказать, потому что наполняет больше чувства, эмоций. Но посмотрите, как это классно. Странненько нас так расстрасывает, что просто весь негатив с тебя вырывает. Тебе просто хорошо, и все. Если поешь, довольный. We'll be right back.
с сафари. Потому что по спектру эмоций это прямо вау. Намного-намного круче.